Всем привет, с вами Катерина 94, и я продолжаю самоучить и помоги. И я не знаю, что мы делаем, но мы умного. Не, мы делаем просто голема. Для него понадобится работа. Работаем. Ну, я думаю, только. Как же без работы? Это уже не голем. Да, вот это было добавить. Я помню, что пшеницу надо будет добавлять. Так. Не. О, да, точно. Досок парочку добавим. Вот таких. Значит, давайте возьмем механизм. Мне уже интересно встает. Да. Делаем голема. Вот у нас и привидение появилось. Здесь у нас в чем-то есть привидение. Есть. Големанч. Сделать надо кирпичи и нито. Это легко. Сейчас посмотрим на это. Не, надо те кирпичи, что из глины сразу делают. Блин, так, сейчас тут подавляю парочку вещей. Как же сложно найти. Ёпта, паук. Не пугай меня больше. Так, и нита. Так, надо 8 мотус и 8 работы. Ну, я знаю, что... А в чем у нас там было вот это? Там по одному, значит, 2, 4, 5, 6, 7, 8 мотус у нас в чем есть? Ну-ка. Ну! В чем у нас есть мотус? Есть здесь мотус? А, точно. У нас мотус есть больше. 4, 8. Да. Раз. У меня какой?
Мне кажется, Басик. Да. Есть в яблоках. Кстати, думаю, хватит анимус, привидение. В чем у нас есть привидение? Да, надо, можете принимать это за учительство, но я не для себя все это делаю, а для вас. Вы же хотите научиться побольше магии, делать классные вещи. Вот я для вас и делаю. Old Golden Burger. Not a valid inventory. А кто-то может сказать, что это? Valid inventory. Это... Стоп, что? Дальше. Так, возьмем верстаки. А, надо, если знаете, что такое валид инвентарь, а, валид просто, что такое, тогда пожалуйста. Хотя стоп, валид, да? Это так, валид. Валит. Ну, валит. Ну да, валит. Валит. Не, такого не существует просто. Стоп. Для големов что надо? Что такое валит? Валит, валит. Оно для големов, наверное, что-то такое. Что это?